А вот вы к нам и попали опять, в наш сказочный мир. Но вы не бойтесь, мы вас не съедим, а просто расскажем и покажем, что же мы опять здесь сделали с нашим домиком. Как вы видите, мы его уже покрасили. Но не полностью. Внутри у нас еще идет ремонт. Цветы на окнах. Да они какие живые. Только вот поливать их не надо. А на крыше у нас вот такие вот завитушки сказочные. Стены чуть-чуть ободранные. Тут и там. Где-то отваливается штукатурка. Где-то видны кирпичики. Сейчас проверим. Птичка еще здесь. Вот она. И листья на дереве расцвели. Внутри он у нас еще пока не закончен, но уже совсем чуть-чуть осталось. Зато уже сделаны все полы. Правда, они еще не приклеены, вот они снимаются. Опс. Вот на бумаге. Вот. Это краска. Потом мы их приклеим. Вот какие они получились. Паркетные полы. И все это бумага. Здесь у нас кафельный пол в ванной комнате. Ванная комната у нас уже почти готова. Сюда теперь только мебель нужна. То есть ванную, раковину, скамеечку, туалет. Кафель у нас такой старый. Это же старый дом, сказочный. Здесь у нас такой паркет. В нашей гостиной.
Лампочка. И на кухне вот. Крючки висят, чтобы занавеси повесить. Теперь осталось только покрасить стены. И повесить люстра. Вот у нас люстра здесь. Люстры мы повесим. Занавески. Расставим мебель, и уже будет все готово. А вот он с этой стороны, вот такой вот. А тут наш заборчик. Из проволоки, которые обклеены бумагой. Вешалка для полотенец. Светильничек. А сейчас мы откроем дверь ключиком. А отсюда видны феи. Вот они какие. Они так и просится сюда залететь. Но мы их пока не пускаем. Пока наш домик не будет закончен, им сюда нельзя. Ну все. До следующих встреч.